Всем привет! Я, значит, это мои заказы. Я на сайте Беру.ру. Вот, в общем, я все хотела заснять, никак у меня не получалось. Я получала по ссылочке, но ничего не снимала. Все хотела похвалиться, и никак у меня не получалось. В общем, я выписала наушники Panasonic за 370 рублей, и доставка там 70 рублей, по-моему, вышла. Вот, сейчас я их покажу. Но сначала хочу показать, что я выписывала, и, значит, мои заказы. Вот, и, в общем, как-то мне понравилось, удобно стало. В общем, я выписываю, потом еду это за своими посылочками. Вот, у меня оформлено как самовывоз. Вот, потому что мы живем все-таки не в черте города, и приходится ездить. Вот. А курьером, наверное, будет дорого. Ну, вот такие вот посылочки я получала. И теперь, значит, я хочу показать, наверное, это я смотрела у девочек, есть рубрика, или как она там, как ее лучше назвать, теги, может, какие-то. Рубрика, наверное, скорее всего, пустые баночки. Вот у меня получаются вот такие вот пустые, полупустые баночки. Я хочу о них немножко рассказать, показать и рассказать. Вот, в общем, хороший товар, плохой товар. Ну, в общем, что мне понравилось. Я все брала, почти все брала со скидкой. Вот, в общем, хочу показать я наушники, которые я приобрела. Вот такие вот Panasonic, дешевенькие, за 370 рублей, для бабушки пойдет. Вот. Мне главное, чтобы было, чтобы работало и было дешево. Я выписала себе косметику, выписала крем для лица, выписала, это крем дневной для лица, это крем ночной для лица, выписала, это крем, гель-крем для кожи вокруг глаз с гиалуроновой кислотой. А вот, в общем, он такой холодит немножко, когда его наносишь. Вот, в общем, и крем для рук. Вот, крем мне понравился, крем хороший. Вот, это тоже гель неплохой. Вот, ну, что-то, не знаю, в общем, я мажу, ну, когда забываю, не мажу. В общем, не знаю, вот пришли они вот в таких коробочках. Вот. Все было упаковано. В общем, вот я уже пользуюсь. Вот. Крема мне понравились. Такой консистенции. Я мажу, потому что все-таки у меня кожа уже стареющая. Все-таки я уже не молодая. Вот. Ну, в общем, когда забываю мазать, сразу кожа такая вся морщинистая становится. После крема она, конечно, так как стягивается и такая гладенькая становится. В общем, такие крема я выписала на Беру.ру. Это, конечно, не реклама, это мой выбор, это что мне понравилось. Я зашла, долго выбирала, в общем, и вот я выбрала вот такую косметику себе. Все мои заказы начались вот с этих таблеточек. У меня посудомоечная машина, народу у нас много, потому что семья большая, и, значит, руками все время мыть очень, очень тяжело. И как-то напряжно. Вот. И, в общем, не знаю, правильно сказала, нет. В общем, я выписала вот эти. Они стоят 216 рублей, по-моему. Если я не ошибаюсь. По-моему, так. Вот. Ну, в общем, самые дешевые таблетки для посуды моют отлично. Потом я их полоскаю. Посуду на всякий случай. Вот. Ну, в общем, вот две коробки я выписала. Выписала я в прошлом месяце. Вот второй месяц у меня вот заканчивается. И вот у меня немножко осталось. Вот столько у меня в коробочке осталось. Вот. И, в общем, еще я выписывала вот такое, значит, моющее средство для посуды с дозатором. Мне оно понравилось.
Вот. И такое оно густое. В общем, хорошее. Но оно немножко дороже, чем в этот раз я выписала вот это средство для посуды. Вот. И в общем, ну здесь больше, здесь литр, а здесь 500 миллилитров. И по цене выходит дороже. В общем, я в этом месяце выписала подешевле. Вот. В общем, выписала подешевле. Здесь у меня еще вот осталось немножко. А здесь пустая бутылочка. Поэтому у меня так и назвалось название. Пустые бутылочки. Сейчас хочу показать сначала пустые баночки. Это значит крем-гель для душа Dove. Вот, в общем, я не буду объяснять, просто покажу. Приходят они вот с такой вот табличкой. Вот. Нам понравилось. Моей семье понравилось. Вот. И, в общем, и вот шампунь такая. Нам хватило вот этих баночек на месяц. Ровно на месяц. И, в общем, мы купались. Мыли голову. Вот. В общем, вот такие вот. Это пустые баночки. Вот. Сейчас, значит, я заказала вот такие. Вот такую. Это крем-гель для душа. Вот. В общем, я брала всю со скидкой. Вот. Она еще полная. И в этот раз я выбрала вот такую шампунь. Вот, ну, моему сыну не понравилось. Он там прочитал, что это, говорит, мама, это для крашеных волос. Я говорю, значит, наверное, я себе это взяла. Вот, и, в общем, придется опять выписывать другую шампунь. Вот такую. Я вот сейчас, вчера заходила на сайт, и там, значит, больше... Там, в общем, цена недорогая была. И, в общем, больше миллилитров в этой баночке, во флакончике, или как его назвать. Вот. И, в общем, я выписала в этот раз вот такую шампунь. А вот. В общем, ну, уже это... Мыло, кусковое мыло, да, я, значит, ну, уже не буду с ванной нести, потому что мы им пользуемся, оно как уже не новое, вот, и, в общем, и вот такая вот зубная паста Локолют, вот, сын попросил, я выписала, паста 200 рублей стоит, вот. Ну, зубы отбеливает, конечно, которые Colgate мы брали, они как не так отбеливают зубы, это получше отбеливает. Ну, посмотрим. Мы хотели взять дозатором, но у нас это... Мы когда зашли в этот раз, тут раз просто смотрели, цены нас устраивали, все. В этот раз зашли, хотели выписать, их уже нет. Вот, ну, пришлось вот Локолют вот такой выписать. Вот. Ну, в общем, вот такие вот у нас мои пустые, полупустые баночки. Ну, всем пока-пока.